Всем привет, это канал Туманов Плей. С вами Владимир, и мы продолжаем играть в игру Ratchet & Clank, ребята. Ratchet запрыгивает, и мы полетели в другой мир. На другую планету, точнее. Керван. Скорее на Керван, предупредим рейнджеров. Доставить инфобот галактическим рейнджерам. Полетели! Сейчас доставим, все будет четко. Мы опоздали. Вторжение уже началось. Просканируй каналы экстренной связи. Нужно выяснить, что там происходит. Внимание всем! На зал героев совершено нападение. Повторяю, в центральном округе Алира-Сити замечены вражеские корабли. Галактические рейнджеры попали под обстрел в зале героев. Туда же летит транспорт Бларгов. Рейнджеры, готовьтесь встретить боевых роботов. Гражданские лица, покиньте зону боев. Нужно помочь рейнджерам, активируя оружейные системы. Оружие готово к бою. Теперь атакуй транспорт. Итак, надо атаковать. Какой транспорт только надо атаковать? Есть у меня пулемет, давай постреляем. Ratchet, самое время испытать те оружейные системы. Во-во-во, подожди, вот сюда. Сбили очень четко, ребята. Идем дальше. Да. Кто бы вы ни были, о, бочка. Можно влево, можно вправо. Сделаем бочку. Я против. Есть. Это было очень круто. Так, давай еще одного. Ну, полетай. Полетай, полетай, да кого-нибудь позбивай. Где еще? Где-то цель мне показывает. Вон их много летает. Вон еще один. А, вот могу прямо выйти напрямую к нему. Готов. Мы сбили 5 кораблей. Давай еще собьем. Я предлагаю здесь пролететь немножко вниз. Осмотреться. Транспорт-то сбит. А, стоп. Эй, кто тут сбит? Еще один корабль сбит. Еще 3 надо, оказывается. Все системы восстановлены. Давай развернемся, посмотрим, где они еще есть. Вот он. И еще один готов. Всего 2 корабля. Он высаживает роботов. Надо не дать им сделать этого, ребята. Летим и просто его сбиваем. Где еще десантный такой корабль? Все системы восстановлены. Есть, кстати, турбо. Можно полететь быстрее намного. Че я летаю медленно? Давай-ка развернемся. И осмотримся. Вон роботы стоят. А где их корабль? Так, ладно, не будем охоту вести на роботов. Надо нам найти корабль, потому что у меня уже жизни не так много остается. Так, 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 давай развернемся. Вот он летит. Десантура, ребята, десантный корабль, надо его сбить. Еще один. Где-то здесь он спрятался. Я его упустил, похоже. Видел где-то его только что, но сейчас не могу найти, где он. Давай включим турбо, да быстренько все облетим. Вот он. Все системы, это последний. Есть, получилось. Хорошо, давай роботов найдем этих. У тебя есть магнитный усилитель. Я перепишу его про...
программу, чтобы он действовал на броню боевых роботов. Вот так. Теперь можешь поднимать роботов с помощью усилителя. Так, давай попробуем. Ну-ка, вон они сзади где-то. Удерживать треугольник. Усилитель включен. Здесь должны быть боевые роботы. Я не вижу что-то. Поднять их и где они? Ну-ка, по карте разворачиваемся, где-то есть, вон их много. Внизу. Усилитель включен. Давай, здесь подтягиваем их. Быть боевые роботы. Ты сможешь поднять их и подтянуть к кораблю. Обычно вот на таких летательных аппаратах это все должно быть реверсивное управление, поэтому слегка неудобно, но ничего страшного. Где у нас этот большой корабль? Тихо, я его чуть не отпустил. Вот. Что надо нажать? Приготовься. Стрелять боевыми роботами. Давай. Бум. Я попал. Это было круто. Но это было 78% только осталось, было 22%. Давай еще раз. Давай еще раз, где они там? Спускаемся к роботам. Давай побольше роботов наберем, что нам целую кучу их насобираем. Ай-яй-яй, нас прибить уже хотят. А почему так жизни мало стало? Давай, что надо добыть? Где добыть? Как восстановиться-то? А, ремонт, во, все, он восстанавливается. Давай стрельнем роботами. Или надо подлететь ближе. Давай побыстрей. Прицеливаюсь. Прицеливаюсь. Ну, давай, кидай. Отпускай роботов. Есть. Давай, не останавливайся. Неплохо, но мое упорство поможет мне победить этих боевых роботов. Я думаю, что еще один заход нужен. Где-то вот здесь я увидел их. Вот они стоят. Давай заберем. Да выше поднимись, куда ты полетел. Действуй. Собираем всех роботов. Если сделать еще один заход, мы сможем взять еще роботов. Давай еще сделаем заход. Вон они внизу. Идите сюда. Система загружена по максимуму. Других роботов мы не возьмем. Хорошо, полетели, значит, на корабль. Где он? Вот, побыстрее просто на него. Спокойно, спокойно. Отпускай. Стреляй. Готов. Есть. Кем бы вы ни были, вы молодцы. Вот такая эпичная победа, ребята. Мы сделали это. Ratchet & Clank победили большой корабль и кучу роботов. Так, расступитесь. Дайте героям вздохнуть свободно. На все вопросы к ним вам с удовольствием отвечу. Да почему ты-то? Означает ли это, что вы примете этих двух героев в рейнджеры? Отчего? Ну и почему бы и нет? Вот так слепой случай помог неопытному Ломбаксу одолеть Бларкский военный корабль. Слепой случай, а не с роботом. Отличная команда. А можно без комментариев, одиночка Билл? Угостишь разок парня пудингом, а он от тебя потом не отвяжется. Ну, и что было дальше? Ну, Драку не понравилось, что Ломбакс со своим дружком-роботом порушили ему все планы... И он послал наемников, чтобы их убрать. А вот это очень плохо, ребята. Саботаж. Ладно, он увидел. Ты в порядке? Да, нелегкое приземление, так сказать, тяжелая посадка получилась. Шлепнулись жестко. Все системы в норме.
но нам нужно вернуться в зал героев. Эй, Рэйчет, ты куда пропал? У тебя через пару минут тренировка. Извини, Бракс, у нас возникли кое-какие проблемы с кораблем. В городе еще остались бларги. Видимо, мы их проглядели. Бракс, отправляйся в зал героев. Проверь, не прорвался ли кто из них внутрь. Давай-ка осмотримся, карта. Что у нас здесь, Керван? Алира-Сити. Мы уничтожили транспортные средства бларгов и сбили боевой корабль. Здесь нужно еще найти путь в зал героев. Все, идем. Один мой друг вам поможет. Он как раз там недалеко. Его зовут Эл. Я хотела вас ему после тренировки представить, но можно и сейчас. Разыщите его. Попросите проапгрейдить Кронка. Готовимся. Скажите, что это для рейнджеров. Он сделает бесплатно. Тот тип с голокарточками? Ага, мы про него знаем. Надо аккуратней с этими бомбами, потому что он просто подходит и взрывается. Так, может быть, мы можем что-то улучшить? Давай посмотрим. Это мое природное обаяние заставляет тебя приходить снова и снова, да? 8000. Ну нам копить и копить еще болты. Ладно, давай. Более чем. Улучшим. Я хочу улучшать воспламенитель. Достичь его максимального, так сказать, предела, но у нас сейчас нету улучшения очков этих. Поэтому идем и проходим дальше. Слишком мало мы поиграли после того, как я уже улучшил его. Так, ребятки, здорово, здорово, здорово. Аккуратно, аккуратно, все подходим, подходим. Не толпимся, по очереди просто. Раз, раз, раз. И мы с вами решили, идем дальше. Что это за замок? Ну-ка посмотрим. Лазутчик, необходим лазутчик. Пока не знаю, что такое лазутчик, но мы разберемся. Давай-ка... Мы же не будем в рукопашную с ними бороться, да? Раз уж мы воспламенитель этот улучшили. Ну-ка, давай-ка, ребятки. Давай, получай, держи. А ты чего тут стал? Доступно для просмотра. Новая карточка, ребята. Давай посмотрим, что за карточка. А, коллекция карточек. Угу. Большой Л. Хорошо, пусть идет к нам в коллекцию. Мы идем дальше. Кто там смеется? Ну-ка, ребята. Давай-ка посмотрим. Здесь бы лучше, конечно, гранату им закинуть. На всех, да? Но уже ладно, их двое всего осталось. Зря я начал их использовать. Пойдем уже так добьем его. Вручную. Ах ты! А это было больно. Но я ему отомстил. А этот дерзкий стреляет. Он очень крепкий. В принципе, надо... Если улучшить воспламенитель, мне кажется, он быстро его будет убивать. Так, все, патроны закончились. Это плохо. Но я думаю, что я с ними справлюсь. На! Вот и все. Но у меня есть гранаты зато. А вот и патроны снова выдали. Будем стрелять в него так. Получай по своей вертушке. Нечего было на меня нападать. Что еще? Чем мы можем? Огнебластером его попробуем пройтись. Это надо ближе подойти. На! Держи! Все. Мы его подпалили. Надо все улучшать. Надо, чтобы и было патронов много. И дальность действия, чтобы была большая. Так, собачки, идем ко мне. Быстро, быстро, быстро. Ах ты как, ты посмотри на них, а. На. Нет, как-то это все опасно получилось. Давай лучше кинем гранату. Это более эффективно получается. Да. Новый уровень. С
Слушай, энергетическая граната получила второй уровень, плюс 25%. Наносите противникам урон, чтобы повысить уровень оружия. С каждым новым уровнем открывается новое улучшение с использованием раритана. Это очень хорошо, так что надо почаще пользоваться и гранатами, и всем остальным оружием. А вот жизни у меня уже осталось совсем мало. Требую аптечку. И как раз я ее нашел, вот она лежит. Можем продвигаться дальше. Ребята, пошли дальше. Я пропустил ящик. Я думаю, что в нем есть что-то очень важное и очень ценное. Надо открыть. Сломать, если он ломается, конечно. Нет, нет, к сожалению, он не ломается. Ну ничего страшного, мы сейчас еще что-нибудь найдем. Эй, Рэтчет, ты все еще у Элла? Почти на месте. Так, стоп, ребята, аккуратно. Аккуратно, собачки бегут. Буду стоять пока за углом. Потому что там роботы. И меняем оружие на какое? На какое? На какое же мы поменяем оружие? А давай-ка мы запустим протонный барабан. А? А так, подожди, подожди. Не нападай. Вот сюда запустим протонный барабан. Смотри, что будет. Он постоянно бьет этих роботов. Супер. Сейчас еще рванет. Нет, не получилось его прибить до конца. Ну давай, на, держи. Вот тебе протонный барабан. Я думаю, что такая штука будет хорошо использоваться в тех местах, где много роботов, где их реально будет скопление, и вообще тогда будет максимальный урон по всем. А вот с этой штукой надо аккуратно. Получается, здесь заряд стоит, его нужно активировать и быстренько свалить. Как только. Уходим. Уходим, сейчас рвануло. Рвануть хотела меня, поэтому я ускакал быстрее. Еще такая же штука. Аккуратно, ребята. Берем и уходим. Надо экономить жизненную энергию, потому что аптечки не так часто тут встречаются. А нам еще идти. Вон там целая грядка этих злодеев. Куча робособак. Ох ты, ничего себе он стреляет. Погоди, сейчас против тебя у меня есть... давай, энергетическую. Держи. Попал, нет? Не вижу, попал, не попал. Давай, наверное, все-таки будем воспламенителем стрелять. Ну-ка, надо прицелиться. Ну еще собаки мешали до этого. Тихо, лупит очень сильно. Я сейчас издалека. Ну-ка, прицелюсь хорошенечко. Да сколько же в тебя нужно патронов-то, а? Очень сильно попал. Пробую кинуть в него. Не попал. А сейчас попал. Готов, не готов. Я встал очень опасно. Но все-таки я с ним справился. И как раз вон есть аптечка впереди. Все будет хорошо. Эту кнопку сейчас нажмем, но перед этим надо обязательно восстановить энергию. Ай, восстановил энергию и ушел вниз. Да, это было, конечно, опрометчиво. Столько проходили и вдруг на тебе. Ладно, сейчас сделаем тогда по-другому. Там много собак. Давай, протонный барабан, давай. Идите сюда, быстро все подходите. Подходите к протонному барабану. А я тем делом еще возьму гранату. Мимо. Гранату мимо кинул. Плохо. Попал. Отлетел, но не совсем. На. Вот сейчас вообще просто вылетел нафиг. Держи. Держи, братан. Ты куда ушел? Так, протонный барабан. Где у меня? Давай, им тоже надо стрелять, потому что, ребята, будем улучшать оружие. Давай-ка его подпалим слегка. Ну, иди сюда. Мало патронов. Кончается огонь. Есть.
Конечно, ерунда. Для нас вообще ерунда. Теперь в этот раз надо аккуратно не упасть вниз, как я сделал до этого. Тихо, тихо, тихо. Какой-то он прям реактивный. Быстро двигается, быстро все делает. Отлично, энергия полностью восстановлена. Еще куча патронов у меня, так что можем идти дальше. Обалдеть! Я умер и попал в рай. Ты посмотри, у них есть мой раскаленный бластер, фангоид с тросточкой, космический лось Спира. Тут даже мега-ультра-издание игры «Непреклонность. Падение бларгов». К ней прилагаются дополнительные материалы, если сделать предзаказ через гаджетрон. Видимо, это насчет вас мне Кора звонила. Вам нужен летный ранец, да? А вы верно большой Эл. Рад знакомству. Я Кланг, а это Рэтчет. Ну, кто друг Коре, тот и мне друг. У нас с ней как бы романтические отношения с неопределенными перспективами. Ага. Запрыгивайте на верстак, сейчас я вам все сделаю. Чего он собрался там делать? Ну-ка, давай-ка узнаем. Просто переставим микросхему, подключим порт данных и... Опа! Новый робот. Попробуйте. Ха-ха, вот это круто. На вид здорово. Вернуться в зал героев очень просто. Теперь можем летать. В эту сторону, пока не дойдешь до станции. А там садись на поезд. Еще раз спасибо. Сделай одолжение, купи что-нибудь, а? Еще пара сделок, и я выиграю на полный запас. А мы можем улучшить, кстати. Так, что улучшим мы? Воспламенитель улучшали. Наверное, надо все улучшать тогда, потому что. Предлагаю протонный барабан усилить. Где-то, где будет полчища монстров, он нам пригодится. Из врагов выпадает еще больше голографических карточек. Отлично, давай сделаем это. А как? А почему нет? А, я ничего еще не улучшал, я просто думал, это улучшено. Нет, давай тогда сделаем вот так. Время действия, хотите продлить? Отлично, прям будет это все. Купить, подтвердить. Все, время действия продлили. И гало-карточки, наверное, сделаем. Либо вот можно зону поражения. Что будет лучше, я не знаю. Ну, давай что-то. Наверное, гало-карточки. Просто интересно пособирать кучу этих карточек. И можем идти дальше. Новости из прославленного Алира-Сити. Двое героев продвигались вперед, используя возможности летного рана. Ага. Мы можем теперь подпрыгивать двойной, типа двойной прыжок. Это получается, удерживаем. Ага, есть. Прежде длинные прыжки совершали только настоящие герои, такие как я. Но благодаря лёту... Круто. Танк, ребята смогли приблизиться к моему уровню. Не, это реально круто, прям дальний прыжок. Герои оказались на краю пропасти. Смогут ли они миновать ее с помощью новообретенного летного ранца? Сейчас все будет нормально, мы испытаем ранец этот. Куда прыгать? А, ну полетели. Здорово, собачки. Смотри, я могу высоко подлететь, да? Ну к роботам быстрее, быстрее, быстрее подходим, пока мне не присанули. Здесь очень жестко. Так, аккуратно, аккуратно, не даем слабину. Четко, четко делаем, все, подходим. Уже 5 хп снесли, это плохо. И аптечку зря я собрал, потому что, ну, был ящик с... Улетел! Улетел. Ладно, можем пока все пособирать, потому что вывалилось много. А почему я, кстати, забыл про протонный этот барабан? Надо его запускать, когда такие полчища. Правда, правда, ведь надо делать. Куда-то лезем наверх, все выше и выше. Нам надо найти поезд, про который был разговор тогда. А сейчас я предлагаю как раз взять этот протонный барабан и зашвырнуть его вот туда куда-нибудь подальше, к собакам к этим, да или вот к этим роботам. Ну, в общем, пускай все подходят.
Пускай все подходят, им будет больно. Давай еще один кинем. Он нас очень выручает. Так, 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 тихо. Тихо, 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 аккуратно. Что пошло не так? Давай еще раз протонный барабан кинем. На, ребятки, держите. Этот улетит сейчас просто. Улетай. Я сам чуть не улетел, кстати. Еще один барабан. Нам бы восстановить энергию. Всего 15. Кстати, есть ящик для восстановления энергии. Все очень круто. Как будто для нас припасен прям специально собачка. Аккуратно, ты не подходи ко мне так близко. И этот еще прибежал, стрелок. Так, 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 аккуратно. Вот теперь можно взять и аптечку. Где же этот поезд? Ой, поезд-то уезжает, ребята, быстрее, быстрее. Отойдите от края платформы. Или где? Или вот наоборот, он только прибыл. Внимание, пассажиры. Из-за вторжения все поезда могут быть заполнены вооруженными бларгами. Приносим извинения. Ничего страшного. Сейчас все решим. Здорово, братва. Он стреляет по мне издалека. Плохо, плохо. Ну, сейчас я до него доберусь. Где ты там? А, придется, кстати, его тоже пострелять. Ну-ка, лови, держи. Вон она. Пойдем. Докатимся. Крепкий какой-то попался. Внимание, путешественники. Гравипоезд отправляется. Как отправляется? Подожди, я тут не все собрал еще. Зал героев. Я еду, еду, ребята, подождите меня. Как отправляется? А как мне попасть на него? О, вот так надо было прыгнуть. Дальше-то куда? Стоп. Отойдите от края платформы. Поезд А отправляется. А, нам надо было на этот поезд. Я думал на тот, который подъехал. Ну хорошо. Все вроде бы идет замечательно. Идет вон там робот, вернее, он не идет, он стоит. Это я к нему сейчас подойду. Надо аккуратно, потому что здесь есть возможность упасть. Так. Идем, Кланг. Не отсюда. Тихо, тихо, тихо. Мне кажется, я шлепнулся уже. Нет, я еще жив. Ну как, подожди, он застрял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это было опасно. А теперь вопрос, откуда мне... Есть, я хорошо умею летать. Очень замечательно, теперь мы можем это использовать. Давай, пока он стоит, нас не видит. На, получай. Ха-ха, просто отлетели. Четко, да, мне это понравилось. Еще один. Аккуратно, он очень сильно закидывает. Держи. Держи еще. Так, что это? А, давай покрутим. Теперь мы можем туда прыгать. А, я думаю, надо зацепиться. Где? 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 Надо аккуратно на платформу эту встать. Полетели. Еще цепляемся. Не, 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 все, выходим. Не надо цепляться, надо дальше идти. Аккуратно с собачками с этими. Так. Держи. Ха-ха. Как же классно он улетел. А здесь как? А здесь надо издалека попасть, смотри. Еще и в движении. Я попал. Все, можем дальше продолжить путь. И что? Они хотят, чтобы я запрыгнул сюда. Смотри, какая рыбеха огромная. Похоже на пиранью. А, она пытается. Она пытается пробиться к мелким пираньям. Очень злые рыбки. Это просто мега-мега злые рыбы. Не повезет тому, кто с ними встретится. А змеи-то откуда?
Держите! Ай-яй-яй, тихо, я так не хотел. Ребята, зачем я улетел вниз? Откуда я начал? С самого начала? Или почти с самого начала? Да стоп! Хотя нет, все нормально, я здесь не был еще, да? А, ну был. Был, но не так далеко, в принципе. Пойдем. Вот и пиранья уже впереди, окей. Надеюсь, эта штука не очень дорогая. Я уверен, рыбоубийцы тоже зачем-то нужны в хозяйстве. Рыбоубийца. И не одна причем. Так, на борту опасные роботы. Вот что там опасного. Есть, одного уронили, но он еще жив. Надо, да отвали ты от меня, блин, змеюга. Отвали, говорю. Так, мне надо лететь туда. Вот, аптечки тут внизу. Куда ты пошел? Спустись вниз, и мы сейчас это все заберем. Наш поезд мчится, я правда не знаю, куда мы едем. Я уже почти добрался до верха. Вернее, не до верха, до начала поезда. До локомотива. А как с ним расправиться? Подожди. Давай энергобластер этот, как он? Воспламенитель. Держи, получай. Рэтчет с тобой расправится на раз-два. Нечего было на меня нарываться. Че ты вот летал бы себе где-нибудь в другом месте. Нет, ко мне докопался. Стоп. Если она взорвется рядом с залом героев, будет катастрофа. Значит, надо торопиться. Значит, надо быстрее здесь разбить его. Так. Стоп. Здесь по-другому. Давай попробуем протонный барабан этот сделать. И еще бомбочкой шарахнем, гранатой. На, держи! Так, надо, ребята, разобраться вот с этими, с летающими. Раз, два, с трех ударов. Ну-ка, четвертый. Попал, да, с четырех ударов ломается. Давай, следующий, мимо. Ай, все, закончились, это плохо. Это очень плохо, ладно, у меня хотя бы есть воспламенитель. Он классный, четкий. И мы сейчас его шарахнем. Че, еще жив, что ли? Так он уже позбивал тут все рекламы, смотри. По идее, уже винтом должен был зацепиться, да упасть куда-нибудь далее. Новый уровень, воспламенитель, отлично. Плюс 40%, ребята, к урону. Очень круто. Сейчас, получается, уже надо будет меньше усилий, чтобы их прибивать. А, что надо сделать? Давай повернем. Давай. А, надо вагон отстегнуть. Получится? Все получилось. В зале героев эта штука не окажется. Мы спасли зал героев. Бракс, ответьте. Мы прибыли в зал героев. Понял тебя, Рэтчет. Встретимся у главного входа и начнем тренировки. Был большой поезд, остался просто локомотив от него, и все. Через три дня. Значит, вам двоим придется пройти ускоренный курс. Ха! Так тебе, маменькин сынок 472. Что такое? Не нравится получить на орехи? Эй, Ларис. Ой, Бракс. Эларис заведует разработкой снаряжения и тактической поддержкой. Чаще первое. Тактика одна, бей-беги, потом думай. И извини, я не то хотела сказать. В смысле? Идем. Он недопонял. Пора сделать из тебя рейнджера. Увидимся. Нам будет очень весело. Протокостюм. Самая совершенная броня на сегодняшний день и доступна во всех цветах осенней коллекции. Класс. Хороший костюмчик. Вот это круто. А что дальше? Десантируемся во вражеский тыл? Проведем суборбитальный бой? Успел, нет. Пока просто тренируйся. Базовая тренировка. Базовая тренировка. Эту полосу препятствий, чтобы мы поддерживали себя в форме. Удачи! Спасибо! Пройдите полосу препятствий. Но сделаем мы это, ребята, уже в следующей серии. В
Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. И можете поделиться с друзьями этим видосом. Внизу есть кнопочка. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.